Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Названы самые популярные программы московского долголетия. Как сообщается на официальном портале мэра столицы, по данным за сентябрь нынешнего года, наибольшей популярностью среди пенсионеров Москвы пользуются информационные технологии – это 13,6%. Общая физическая подготовка – 13,3%. Гимнастика – 12,6%. Английский язык – 10,7%. Фитнес, тренажеры и зумба – 8,3%. А также танцы – 8,2%. Помимо этого в рейтинге есть скандинавская ходьба – 6,7% и творчество – 5,1%. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!